Спасибо большое. Уважаемые жители города Долгопрудный, я от лица молодежи города, от лица администрации города хотела бы поздравить вас всех с сегодняшним праздником, Днем флага Российской Федерации, и, конечно же, с наступающим Днем города. Впереди большое количество мероприятий запланировано, следите за афишами. Город у нас самый красивый, самый лучший, празднует свой день рождения, поэтому мы вас всех приглашаем принять участие во всех-всех мероприятиях, которые будут проходить на территории нашего любимого Долгопрудного. И также, конечно же, хотелось бы вам напомнить, что 9 сентября мы выбираем наше будущее, выбираем губернатора Московской области, поэтому, конечно же, всех вас приглашаем прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Спасибо большое, с праздником! Спасибо большое.